22 марта 18:00 во Дворце спорта «Видное» состоится ежегодный отчет главы Ленинского муниципального района перед жителями. Приглашаются все желающие. Вход свободный. Олег Хромов подведет итоги социально-экономического развития Ленинского района за 2016 год и определит приоритетные задачи на 2017. Вы также можете увидеть выступление главы в прямой трансляции телеканала «Видное ТВ». Начало 18:00.